Вот такая стена дождя, друзья, у нас. Дождь очень сильный. Посмотрите вдаль, видно вам? Ну вот снова показываю вам красивейшие цветы здесь, на том же самом месте. Гортензия. Та-да-да-дам! Вот так, друзья, показываю, что сегодня я сделала с этой своей стенкой. Вот она. Во всей красе. Сейчас подальше отойду. Загорают очень много людей на пляже. А купаются единицы. Посмотрите. Я помню, я в каком-то из своих видео вам рассказывала, как я однажды пошел дождик. Я достала зонтик. Вот так вот выглядит наш Каулс, а мы подъехали на ферри. Вот так вот выглядит остров Уайт, видите? Это Ист Каулс с этой стороны. Каждый день и каждый раз все по-разному у нас. Я стихами заговорила. Помимо всего прочего, я не устаю показывать вам нашего любимого Шекспира Вильяма. Посмотрите, красавец. И снова всем здравствуйте, друзья! Как давно не виделись мы с вами. И вот я нашла время, чтобы с вами пообщаться, мои дорогие. Вы знаете, у нас на остров Уайт пришла жара. Самое интересное, что жара ушла с южной части России. Два дня как ушла, как мне сообщают мои родственники, которые там живут, в Ростовской области, просто умирали от жары весь месяц. Вот. И у них похолодало, а у нас пришла жара. Третий день плюс 32. Я гуляю по побережью, показываю немножко вам красавицы гортензии, показываю вам, как люди отдыхают, загорают. И сегодня, друзья, как вы видели по моей вставке в самом начале видео, что сегодня я вам покажу и о чем сегодня я вам расскажу. А сюжетов у меня сегодня будет для вас много. Все они необычные, все они разные. Ну, во-первых, я покажу и расскажу вам о том, что я начала преображать свою кухню. Друзья, знаю, что интересовались очень многие, и очень многие мне давали советы, как мне лучше обустроить, преобразить, переделать свою кухню. И вот я постепенно начала. Но я вам не только свою кухню покажу, друзья. Я покажу вам сегодня и кухню моего друга. Как выглядит его кухня. Потому что он сам дизайн делал. И он ее тоже сделал совсем недавно, 2 года назад всего лишь навсего. В этот раз я долго гостила у своего друга. По-моему, больше недели, друзья, потому что мало того, что деньки прекрасные, замечательные, ну и вообще мне очень нравится к нему приезжать в гости. Вот я показываю вам, как я на пароме добираюсь как раз из Исткауса до Саутгемптона, если кому-то интересно. Паром идет долго, ровно час, потому что это большой паром, не пассажирский, а паром автомобильный. Но зато для пассажиров здесь очень вольготно, огромное помещение. Вот внизу здесь машины, видите, паркуют те, кто переправляется на машинах. Ну и также пассажиры. Для пассажиров несколько палуб наверху, огромное пространство, прекрасное кафе, можно там перекусить. Мне, например, больше даже нравится на вот таком вот пароме автомобильном переправляться. Ну и потом цена гораздо дешевле. В одну сторону 8 фунтов. Я покажу вам еще, как мы
там общаемся с другом моим, я покажу вам, чем мы занимаемся, может быть, чуть-чуть покажу, снова покажу его садик, как он преобразился и что мы там нового посадили. Ну и еще несколько сюжетов, друзья, я вам тоже покажу. Пока еще только вот эта стенка у меня. Вот она. Я очень рада. А почему я рада? Знаете, потому что я все сделала сама, друзья. Вообще, даже не представляла, что могу. Как говорится, жизнь заставит. И все, на все руки от скуки. Вы видите, как я зашила здесь эти трубы под бойлером? Посмотрите. Вот. Здесь немножко больше вырезала, чем надо. Но все равно я просто в восторге. Потому что это опять же у меня, вы знаете что, пластик. Просто пластик, буквой Г. Вот я его так установила. И он у меня прекрасно вписался и все здесь закрыл. Вообще я считаю, что эту стенку даже уже я, наверное, больше и переделывать не буду. Все здесь супер. Я еще не определилась, что куда я распределю и что как я поставлю. Здесь... В общем-то, я не хотела никаких этих самых коробок. Но здесь видите, что у меня. Вот, чтобы скрыть, я решила поставить сюда коробочку. Можно любую другую, любого другого цвета. Вот есть еще такая, вроде понаряднее. Но мне почему-то кажется, что серый же все-таки у меня в основном цвет. Так, друзья. Вот я только чуть-чуть вам показала свою кухню. Эта стена, я думаю, что уже больше ничего я тут переделывать не буду. Внизу, как вы видите, я купила вот этот вот комод. Он был такого цвета под дерево. Он из натурального дерева, довольно тяжелый. Не антик, но из старой мебели. Вот, и я его покрасила шеби-шик. И я его сама... Весь вот так вот переделала немножко. Хотела новые ручки здесь тоже сделать, но мне кажется, они нормально подходят. Не буду я особенно тут мудрить. Вот, здесь у меня ящики, очень много ящиков. Еще пока все свободное пространство. Буду посуду здесь хранить. И здесь тоже у меня место. Ну, в общем, я очень довольна. Что касается основной кухни, то я пока жду, кто предложит мне лучшую цену на установку. Я все-таки с двух сторон здесь обновлю дверцы и рабочую поверхность. Вот, друзья. Для контраста на следующий день вид из того же окна. Англичане, посмотрите, ой, вон они там пошли. Они без зонтиков ходят. Вот, может быть, здесь даже виднее, потому как... Дождь льет по асфальту. Может быть, вам виднее будет. Видите? И посмотрите еще вот. Это сейчас время, как раз идут школьники со школы. Их обычно родители встречают. Посмотрите, они все без зонтов. Вот один единственный там маленький ребенок с зонтиком. Остальные все идут, скукожились. Без зонтиков. Это англичане, это не потому, что они забыли зонтик. Они под таким хлющевым дождем, как мы называем дождь, как из ведра. Они ходят без зонтиков. Еще одна удивительная история, которую я вам не... Вот, посмотрите, еще идут, видите, вон они внизу. Специально покажу вам стайку. Дети без зонтов, взрослые без зонтов. Они даже не берут. Вот один там зонтик, маленький ребенок опять с зонтиком. Ура, ура. Остальные все как будто так и надо. Идут без зонтов. Вот сколько буду здесь смотреть, стоять, столько и увидите. Без зонтов. Видите? Поэтому рассказывать о странностях англичан, знаете, очень еще много чего можно. Очень много чего. Сейчас дождь практически перестал. Я помню, я в каком-то
из своих видео вам рассказывала, как я однажды пошел дождик, я достала зонтик, открыла, иду радостно по городу. И смотрю, мне навстречу все идут, все ежатся, все в капюшонах. Ни один человек не достал зонтик, кроме меня. Каждый день и каждый раз все по-разному у нас. Я стихами заговорила. Ну вот я попросила моего друга немножко больше цветов. И он их сделал. Вот смотрите. Красивую клумбу сделал. Помимо всего прочего, я не устаю показывать вам нашего любимого Шекспира Вильяма. Посмотрите, красавец, с новыми розами. Но это еще не все. Я хочу вам показать. Помимо вот этого вот замечательного Olive Trees, который обожает мой друг, я хочу сейчас показать вам, посмотрите, вуаля! Absolutely different things. Посмотрите, как он сейчас преобразил вот эту вот стенку. Полюбуйтесь. Это японское дерево. Ё-моё, я опять забыла его название. Но он убрал отсюда все, что было до этого. И он это дерево поставил сюда. И вот эту кормушку для птиц, и это настолько для меня все. Я имею в виду, на мой взгляд, это настолько классно гармонирует все вместе, что я просто в восторге. Я даже сейчас попытаюсь вспомнить, что здесь было у него на этой стенке. Он немножко передвинул и переделал, но все равно супер, да? Вот я нашла старое видео зимой. Я снимала вам эту же самую стенку. Она неузнаваемая просто, да? Да, друзья. Сейчас у нас уже вечер. Смотрите, немножечко тучки сгустились. Мы даже закрыли зонтик здесь. Мы сидели здесь компанией. Помните, я говорила вам, что мы решили здесь устроить барбекю? Да, только что разошлись все гости. Прекрасная была пати. Но вы знаете, я не смогла, друзья. Вы, наверное, меня поймете. Но я просто не смогла включить камеру и показать вам барбекю. 8 человек пришли здесь нас поздравить, с нами пообщаться. Да, ну вот. Так, тем не менее. Но еще хочу обратить еще раз ваше внимание на любимого моего Вильяма Шекспира. О, вы что? Я никогда не забываю сказать ему «Hello, Bill!» «Hello, Bill! How are you doing?» Вы знаете, что Вильям и сокращенно «Bill» по-английски. И он все понимает. Кстати, вот у нас опять каждый год вот эти вот очень старые автобусы ездят по острову Уайт, курсируют выходные. Сегодня воскресенье, видите, сколько людей там наверху. И вот этот автобусик я вам как-то показывала. Ну и вот сейчас опять. Я сама на нем не приехала. Моя машина, вот она стоит. Но они как раз подъехали сюда к моей машине. И, конечно же, я решила для вас показать. Классно? Вот это вышел кондуктор. А вот я вам сейчас наверху там покажу видео. Пожалуйста, выплывет, если хотите, посмотрите. Вот такой чудесный. Чудесный. Сивью, видите, написано. Райт из планеты, он перекрутил. Вручную поменял название как раз наверху. Номер 7.
Саутгемптон. Вот так. Я думаю, что здорово, колоритненько. Нравится вам? Какого года этот автобус, интересно знать. Как вы думаете? Я, наверное, сейчас еще спрошу, какого года. О, тут все, кто едут, выскочили фоткать. Райт из Планейт. Если бы не машина моя здесь рядышком, я бы съездила на нем тоже и вам показала, как это выглядит все. Ну, по-моему, вам и так все понятно. Excuse me, it is this would passes. Be it would have been built just after the war and then converted to open top in the 1960s. 1960. So it's getting on for 75-80 years old. Thank you. So this weekend in May and a weekend in mid-October is when we actually bring them out for people to ride on them. Uh-huh. The museum is open every Sunday, Monday, Wednesday and Thursday from now until the end of October. And you mean it's 20 paths? We can see. In the shed then. Uh-huh. So, but you can still see them. Uh-huh. All right, thank you. Вот так рассказал мне все. А это в Саутгемптоне мы посетили Икею. И вот мне понравился вот этот вот шкаф. До того, как я купила тот, который вам показала в своей новой кухне, вот этот шкаф мне очень приглянулся. Но вы знаете, когда я узнала цену этого шкафа, вот опять же, догадайтесь с трех раз, сколько он стоит. Тут еще и, видите, скидка у него. Так вот, этот шкаф стоит больше 2000 фунтов, 2300, по-моему. Вид на садик из моей спальни наверху. И посмотрите, какой он тут малюсенький. Совершенно пространство маленькое, узкое. Но насколько красиво там у него. Видите, вот. А вокруг все дома, 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 постройки, видите, как обычно здесь. В английских городах очень мало места, но все находят место для себя. И вот там позади садика моего друга еще один садик, да, даже два садика, видите, у людей тоже. В одном оранжевая мебель стоит, сейчас ближе покажу. Вот. Тоже садики там, патио. Ну и, наконец, показываю вам кухню моего друга. Вот. У него здесь пространство меньше, чем моя кухня, но настолько все функционально, что кухня прекрасно все вместила. Вот это у него холодильник встроенный с морозильной камерой. Здесь у него микроволновка и две печки, духовки. Вот это ниндзя, двухзонная фритюрница, если кто знает ниндзя. Классно с ней готовить. Так, ну здесь у него шкафчики навесные везде, вытяжка. Здесь вот видите, окно высоко. И нет проблем, даже бойлер. Бойлер тоже под самым потолком. Он не мешает абсолютно. Вообще, все абсолютно по-другому с моей кухней. Если сравнивать, вот что-то сложно мне открыть. Здесь зашита у него стиральная машина. Но здесь обычные порошки всякие под с раковиной. Здесь, по-моему, мой посудомоечная машина, да. Редко используемая. Здесь вот эта классная история, рассказывала я вам. Вот так зашито у него эти мусорные бачки. Очень удобно как раз возле разделочной доски. Но это узкие шкафчики по бокам ящиков. И вот эта кухня. Да, вот это бойлер. Показываю еще раз. Тоже он его просто зашил шкафчиком.
И все прекрасно видно. А это цветочки. Посмотрите, мои суккуленты. Я подарила ему денежное дерево. Ему тоже очень нравится. Все у него здесь растет и колосится. Все замечательно. Ну и потом он привез вот это вот бонзай из Японии. К сожалению, второй уже раз он привозит бонзай из Японии, и он у него пропадает почему-то, к сожалению. Вот так я спустилась. Мой друг уже сервировал стол. Сейчас кофе принесет, и будем завтракать. Прекрасный, чудесный день, плюс 21 с утра. И я обожаю каждое утро выходить туда, в садик. Садик красивый, шикарный. Вот эти новые здесь цветочки, мы купили их вчера и уже их посадили. Это я вам уже показывала все. Я не участвовала, когда он сажал эти разноцветные здесь цветы, герани и еще какие-то там, не знаю, цветы. А вот посмотрите, уже стенка напротив, которую я вам показала совсем недавно, 2 дня назад, посмотрите, она изменилась. Как говорится, сразу найдите разницу. Что здесь изменилось? Кто-то понял, кто-то увидел? Да, точно, видите, на поилке для цветов появилась амфора. Тоже очень долго мы думали, что бы туда такое поставить. Как говорил мой друг, там не хватает какой-то яркой точки. Мы хотели сферу купить, круглый шар такой, типа того. Ну вот амфора, по-моему, смотрится тоже неплохо. Ну и, конечно же, я иду к своему Шекспиру поздороваться с ним снова. Впереди у нас новый замечательный день опять. А я, друзья, на этом с вами прощаюсь. Я надеюсь, что вам понравилось мое видео. Сейчас мы будем завтракать. Всем, друзья, желаю прекрасного времяпрепровождения. Всего хорошего, всего доброго. Всем пока-пока.